доброе утро. Пригласил меня Олежка на Днепробузский лиман. Тут ходят такие истории, что тут клюет судак. Славчик, помаши ручкой. Слава, Олег, помаши ручкой. Сейчас вот пытаемся встать на точку, потому что у ребят уже точка отбита. И не одна. Сейчас будем вставать на эти точки и проверять. Я уже думаю, что-то интересное мы покажем. Так, первый заброс. Поставил я 14 грамм. И вот такую вот резину. Я не помню, что это, Crazy Fish, по-моему. 3-4. Ну, вперед. Туда, да? На вот. Да, о, четко, отлично. Вот у нас клевало, вот, именно вот, вот так мы бросали и хуярило прям. Все, я понял. Прям до лодки мы. Я понял. Ну, можно меньше вес ставить, можно грамм 8 ставить. Бля, тут дно такое. Хорошее? Да, то поднимаешь, то сейчас падает, наоборот, с ямы. Ну, да. То я затаскивал только что? Причем очень быстро, да? Чем да, вообще. Здесь такое дно интересное, буквально 3 подброса я затаскивал, сейчас это вот падает. Это этот. Это кажется, это не карты, ты там снимал. Я снимал. Не кого-то, а карты. У меня же этот на телефоне рисует, понял? Расстояние, площадь, которую мы пошли, и кого-то бил, он эту информацию передал на телефон, и телефон, да, рисует, ну, как бы, не телефон, приложение в телефоне и рисует карту. Ну тут мы сейчас мы в яме, да, стоим? Мы в яме, да, стоим? 7,3, да. Это мы на бровке, Руслан. Вот буквально метр два сюда. И да я вот вижу. Вот я на третий раз вчера на заборке, так? Да. А у меня позапрошлый раз первый забор. Я закину. На, бери. О, Олега, первая рыба. Не вытащенная еще. Он сейчас тащит что-то. Вроде что-то такое. А зачем я бы его рукой взял, Слава? Короче, там он, да, клюет с той стороны. Сошел. Да, хороший был судак. У Олега только что была первая рыбка. Сейчас мы к нему в гости туда забросим. Куда ты бросаешь? Куда? На баржу. Ну это хороший, но у меня прицел, слышал? Хороший был, что-то хорошее было. Ну да. Обычно, когда тащишь, там все-таки ему такого меня не снесло. На ларву, да? Да, силикончик вот такой вот, видишь. На ларву вот Олега только что тащил. И сколько стоит вес? 14. 14. Передай привет Петрушу. Да, передаем привет Юрию Петрушу. Юрий Петруш посоветовал такую приманку. И цвет, кстати, хороший. Второй цвет. Сейчас мы ее разловим. Цвет 002. А как, на подбросе взяла или на волочении? Напал. Ну подбросил, а потом, блядь, понял? Потом опять ступеньку делаю, а там уже висит. В общем, повис. Я 12 грамм кинул, сейчас понимаю, что это маловато, по-моему. Теперь 14 самое оно. Проверено. Уже проверено опытом, да? Ну конечно. 16 много. 16, когда волна, когда течение есть. Когда глубина больше. Ну, здесь на 7 метров то, что надо. Слышишь, прилично будет. Да нет, неплохой был, больше чем килограмм.
Ну непонятно, тогда может. Не, ну тут чувствуют как я вышел в духе ушки. Он там так. Да, да, да. Тут именно. А тут, блядь, просто. Кажется, ты поспешил, наверное. Хотя фрикцион был расслабленный, да? Нет. Фрикцион не расслаблен. Ну как, я вот сейчас сидя, но я прям тащу обычно, когда я тащу. Только на перерывка. Короче, ты говоришь, лучше ставить двойничочек, да? На голову? А, в смысле? Вообще, да. Да. На голову. Тут еще жирок есть. Да ладно. Да ну, 300. Ну тут, блядь, короче, я нет одного человека слышал. Ты сейчас сам можешь понаблюдать, когда волны нет. Что, он гуляет? Тут, ну, тюлька. Сейчас солнце поднимется, и видишь, тюлька, он, короче, прыгает. Ты забрасываешь, да, падает, он падает в воду и вылетает тюлька с воды. В разные стороны. Какая-то вилка. Ну и тюльку и башен желек. Всплески мы тоже периодически слышали. А чудаки какие-то, блядь, прокалывание. Маленькой приманочкой, ну, воблертом. Начали пробовать бросать на эти всплески, короче, понял? Поймали жилье. Ни одного. Небольшой, конечно, но есть. Ты хочешь сказать, что у нас на водоеме ситуация налаживается? Да, тут же было раньше. Я еще в детстве этого видел. Нет, в детстве, то знаешь, как в детстве. Да, тогда тут еще и лосика можно было поймать. Да, тут браконьеры, люди. Это еще когда мало я. С неводом, а если ты видишь. Это когда я родился. Лучше всегда клюет на гору, и черт. Так, поставил я китечу Зишанер 4,5 на 14 граммах. Можете попробовать. Дать этот сыр попробовать, наш? Да тащу, я ж поэтому и выкинул. Ваш? Да я мы там заявили. Будем, я твои сюда поставлю. Да. Есть. Хороший. Блядь, прям на камеру. О, кейтэч работает. Он такой не сильно большой. Сейчас петлю. Я сейчас посмотрю, какой у него размер. Видишь, тут и кейтэч тоже работает. Ну да. Давид, бузкий судак. Да. Небольшой. Хотя. Так ходит. Да, нормально. Стой. Оп. Стой, стой, стой. Вот он и цвет вот. Другой. Это здорово. Цвет другой. И силикончик сразу. Не, ну такой стандартный, как мы обычно говорим. Стандартный, да? Да, цвет. Видишь, на китечка. Китечечка работает. Покажи на камеру. Добычу свою. Вот такой вот красавец. Непробузкий. Вот такой вот красавелла. Бузкий. Бас. На твой буш? А ну сфоткай меня, пожалуйста. Давай. На сфоточку. У тебя хорошая камера? У меня Семенка. А, ну тебе лучше, чем. Так, ну уже я вот так. Ну, видишь, кейтэч работает, я же сказал, что, блядь, не может, что только на это будет работать. Так, конечно, не может, ну, блядь, понятно. Мы просто, знаешь, их универсально привыкли. У вас просто, да. А знаешь, как... Перчатки, скажи мне. Да чтоб не обгорали руки. А знаешь, как новый человек на новом водоеме, уже, знаешь, ну, другой подход, блядь.
Да. Может, это просто повезло? Может, надо просто опираться в них. Но я, знаешь, когда работаю, ты знаешь, вот работает определенная приманка, она проверена, то не хочется тратить время. Ну, да там смысл. У меня вот оттуда. Так, слышу, такая подача, такая бу-бу. Ну, уже поклевки были у всех. Знаешь, какой я довольный, что у нас, блядь, я ловлю судака, не надо никуда ехать. Не надо никуда ехать. Молодежь, Славчик, молодежь. Колпаши, да? На ларву. Ну, покажи. На ларву, да. Разловился. Ты ж сегодня еще не тянул? Вот этот здоровый, это он вот этого маленького ест. Ух ты, ё-мар. О, Лешки что-то взяло. Хорошая даже подача не... была, аж удочка затряслась, блядь. Не спеши. Вот эти такой, как у меня, у меня, да? Каш. Смотри. Ой, вот видишь, он сейчас дает. Делов делает. Ну, вот тоже. Оп. Тихо. Вот и Олежка. Отзначился. Смотри, акуя. Аккуратно спиннинг. Две секунды. На видеокамеру показать. Сука, он замутил его. Вот Олежка что творит, а? Хорошо. Красавец. А смотрите, я их взял хорошо. Самый желудок. Да, хорошо. Ларвочку, да, взял? Ну, такой хороший кило плюс судачок. Хороший, да. Хороший судачок. Достать, поймал. Этих мест. А, на, щипцы. Далеко у тебя, помню, в сумке. Спасибо. Можешь челюсть ему нижнюю? Потому что бывает такое, что западает потом. Понял, куда? А, нет. Глубоко. Я не вижу. Да, она соточка работает. Да? Отлично. Отлично, молодец. Кто? Я вас упал, блядь, туда, в шахту, блядь. И там вот там место. И там я остался. В желудок, да? Да, я не смог достать. Слава потом, когда чистил, достал. 5.28, по-моему. Олег, а как, на подбривели? Подривели со дна взял? Подброс. А, когда поймал, на да. Сюда, понял? Ну, на подбросе. После... Проводку ты имеешь? Да, после подброса. Подбросил? Падает и тут же сразу ставик купил. И тут же сразу. Добрался? Да, есть небольшой. Ставик, детский сад. В прошлый раз он тоже в детский сад забрасывал постоянно. Словеди делает дела. Кто-то дал тебе их ловить. Ну да. На лярочку, да? Вот тебя поймали, а ты запоминай. А он потом вырастет через 5 лет и к тебе обратно придет в гости. Да, кстати, надо попросить, чтобы он позвал папу, маму и тещу. Теща с любовницей, да? Зато я больше вас уже поймал. Да. А есть, кстати, такие соревнования, где считается именно количество. Да. То есть ты поймал на 50 грамм, хоть на 5 килограмм, нет, считается один балл. А там же как? Там важно его довести живым до берега. Ну это да? Смотря какие соревнования. Но если УФЛ, там да, нужно живым привезти. Если ты привез, он дохлый, он за счет не идет. Конечно. Если он не уплыл сам, все, он за счет не идет. Ага. Красиво, даже так. Блять. Что, обратно? Мелочь. Та, сука. Ты смотри, что-то лярва, да, рулит? Если захочешь, я могу собрать лярва. Да я пока еще на... Там, смотри, у меня есть готовые ларвы, но не других цветов. Фиолетовый и такой вот песочный. Я сейчас пока, я еще на эту сейчас скину пару раз. Но если что, то у меня еще там есть в резерве, как бы, надо порыться. Если до первого раза высыпался, меня он бьет, он потом подбирает. Меня вообще не бьет. У меня один раз это ударилось. Давайте соберем, Руслан.
Если тебе не тяжело, то я тебе буду очень благодарен. Я на ляру не ловил никогда в жизни. Я просто на нее так смотрю. Ага, я тоже смотрел. Скептически. Был один как бы нюанс. Почему я решил именно ее попробовать? Тебе грузик дать 14 грамм? А? Грузик дать? Что? Грузик тебе могу дать и двойник. Да я тебе соберу полностью. Короче, дал мне Олежка вот такую лару от Юры Петроша. Это пока здесь, в этом месте, самая популярная приманка. Вот он, на двойничке ее поставил, на 14 граммах. Сейчас будем пробовать. Вот у Олега, вот. Я только закинул, у Олега уже рыба. Вот как... Ларва работает, да? Он видел, тюлька выпрыгивает? А, блядь, это придавил. Маленько, я придавил. Не придавил даже, он просто у меня бедняжка. Ну это хорошо, что много мелкого судачка. Ну, да. Его не было, кстати. Вот это вторая рыбалка попадается. Нет, там, да, не было. Это хорошо. То есть у нас есть будущее. Я не хотел тебя поймать. Пойдет? Нету. Более крупного сыра. Да, вы тоже, наверное, каннибалы? Конечно. Еще и подрезы нет. Они ж... Ой, у меня что-то есть? Мелкая. Да, мелкая. Придавила. Они ж как? Реагируют не по... Ну, как бы, не по визуальному виду добычи, правильно? А поведение, как бы, есть помеха какая-то там, ведет себя подозрительно, значит надо ее атаковать. Не, просто вот ты, получается, на дно оно падает, и муть создается, и он как бы эту муть на нее бросается. Да, будет забавно, если можно будет в ответ половить и заснять его на камеру. Да? Да. Сейчас солнце поднимется, можно будет. Знаете, пацаны, какое мне мнение преследует? То, что тут я поставил крупную резину, и она действительно отсекла поклевки мелкого судака. И вот взял только крупную. Вот сейчас я еще побросаю. Я скажу так, он разговаривал с людьми, которые общались с теми рыбаками, которые здесь постоянно рыбачат. Ага. Половил я немного на ларву. Цепляется только мелкий судак. Я решил отсечь мелкого, поставил вот резину 4,5 дюйма. Этичный дизайнер в цвете Electric Shad. Сейчас вот будем на него, потому что я перед этим взял судачка на такой же силикон, только на яркий. И была одна поклевка в течение 20 минут, но судак был как бы больше килограмма. Ну, сейчас будем упираться больше в такой, в крупный силикон. Попробуем, как этот цвет работает здесь. Есть? Мелкий. Ну он сейчас проснулся мелкий, наверное. Похоже, проснется и крупный опять. Это Олег мелкого ловит. Но это он на ларву его тащит. Но это радует, что есть мелкий судачок. Значит, у нас есть будущее. Есть будущее. У нас есть молодежи. Будущее, да. Молодежь — это наше все. Дети — наше все. Есть смысл поставить силикон покрупнее, 5-дюймовый у меня есть. Чем меньше сюда, всплески на воде. А мужики рассказывают, что ловили человека, Жорик рассказывал. Ничего себе. Причем, знаешь, ну, как бы, эту тему я поднимал. Так Жорик бывает на джиг тоже берет. Не только на калибр. Он
на поверхности в основном питаются. Если ты открывешь судак, я тебя на Днепр вообще не буду ездить. Нахуй, что там, что туда ездить? Это ж моя любимая рыбалка на судаках. Да, я тоже судак. Не, блядь. Понял, я вот люблю чистое дно, кидаешь, ни за какую-то траву, да, блядь, да, не да, цепляешься, да, блядь. Если такое дно, то... Мы сейчас маньяк, когда рыбачили, один раз помогли. Ох, мы на рыбалку попали, я тебе говорю, толстолоб, карась, и этот, блядь, судака. Я чисто судака ловил. А-а-а. А Саня Кривой, батя, ну там... Ушки ставили, это не браконьерство, я знаю. Ну да. В Грузии? Я знаю. Ничего, есть, хороший. Ты что, он так трк, трк. Да, 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 есть такое, есть. Трк. Вот с этого места мы в тот раз. Ну вот я вот как, Слава, как в детстве, на солнце бросил. Да. Да нет, Олег, я вот так, я в руку. Да? Я вот так подумал. Давай, помахай. А он хуёво тебя висит, давай лучше подсоси. А, да, он еле висит. Стой, еще посниму. Да, небольшой. Небольшой, ну, приятно, но... Да? Да, ну приятно так. Вот. Так взял. Матёра. Вот, вот и как я сказал, вторая поклевка на крупный силикон. И, ну, сюда как бы меньше килограмма, но... Как но, бы, но больше пахнет. Но 100% реализация, скажем так. То есть есть право на жизнь. Говорит, все как по книжке. Ко мне. Ты видишь меня? Живет на другой силикон. Голубой, зеленый. Вот он. Красавец. Класс. Держи. Сюда подвинуть. Обычно должен был родиться весной, да, поэтому. О! Там была интересная. Олег взял что-то хорошее. Не хорошее, стандартный средний судачок. Ой, кило, да? На. По спиннингу вижу, что где-то. Не, он дергается как мелкий. Килограмм. Дергается как мелкий. Слава. Упирается, конечно. Да? Слава говорит. Но он не крупный. 800 граммов. А тот не, а тот именно тупо шел. Тупо давил, который оборвал. Тоже давит. А не, он дергает. Тоже давит прилично. Ну приятно. Да, да не, ну это нормально. Подниматься не хочет. Слава, давай я возьму. Летел дома. Есть. Молодец. На ларву, да? Ларвочка, да. Ларвочка делает дела. Красавец. Красавец. То есть не только крупный силикон работает, навес ловится, да? Ну как бы, что мы заметили, что крупный силикон отсек именно поклевки мелкого силикона. Ну, мелкого силикон судака. Тот же, но я бросаю, там у меня 5 мелких, а потом один, да, более-менее, да, нормальный. То есть у тебя такая спортивная ловля, да? Да. То есть, не, чтобы не скучать. Количество поклевок. Чтобы не скучать. У нас просто рыба не на вес идет, а на рыба один балл. Размер не имеет значения. Мелкого мы не берем, отпускаем. Не, ну мелкого, конечно, отпускаем. За язык там, так и все хорошо. За язык засосан. За язык? Вот это. Сколько такое? Кило. Плюс-минус. Не, меньше кило. Меньше. Да, 800. Ну, зачет.
Да, кстати, тут сразу сказал. Ну я как-то у чудака видел, они двух ловили. Два, два с половиной я видел. Ну еще понял где-то. А я теперь на просто крупнее резину ставить, Слава. Даже, блядь, 7-дюймовую. Я бы ловил крупного, ну такого, за кило. Мы его не взвешиваем, но явно за кило был, блядь. Вот смотри, давай проверим. У меня есть резина 5-дюймовая. Здесь двойник только такой. У меня двойников дохуя, но я не хочу. С длинным цевьем. Я уже когда похолодаю, да, можно не пробовать, а пока что. И вот, что я не увез лодку на Кизымыс, как мы планировали. Да ну нахуй, ты шо. Когда здесь рыбалки такие. Ты шо, какой нахуй Кизымыс, блядь. Я ж планировал увезти ее как бы в начале лета. И чтобы она там стояла, мы приезжали рыбачить туда, понял? Ага. И как видишь, уже осень, она до сих пор здесь. Как бы на бензин. Да тебе если тут на 9 метров. Если яма. Надо, ты лодку прицепил и поехал себе на Кизымыс, понимаешь? Ну, правильно? Да, ну это попозже, когда щучка. А вон слабенький делает дела. Наконец-то, да? Или 800, а ну скажи вес, давай, ты на опыте. Такой же, как у Олега. Как у Олега, да? Я вокруг лодки не клюет, клюет еще как лиман. Пока. Хорошо, что клюет. Хорошо, что клюет, да. Всегда хорошо, когда клюет. Вот и словендий. А значит, да, как ты говоришь, 800 грамм. А ну показывай. Во, словендий. Во, красавец. С одного выводка. С одного выводка все. Снесло нормально, Слава. Мы стали на красной точке, а сейчас мы, блядь, практически в ответ. Я стали подлодку. Вот эта точка, с которой 10 метров, это не та точка. Мы стали вот там. Ну, ловили вот эту точку. Дача. Он бросил туда, вот стали. А, ну да. Да-да-да-да, наоборот, в другую сторону. Мы стояли, получается, сейчас в ту сторону, а ветер развернуло. И вот я положил, ставлю. Ветер запад. Западный был, сейчас вот Словентий придавил за подбородок, поймал Словентий, сделал дело. Так, я вас догнал. Так у тебя уже два, да? Yes. И Олега два, да? Не знаю, я не считаю. Мелких у меня больше всех, которых так я отпустил. Я тоже мелкого, а ну. По-моему, что-то. Покажи, красавца. Стандартный размер. Аккуратно. Я вообще не дергаю. Слышишь, а он засекся на дополнительный двойничок. Он за подбородок. Я имею в виду за двойничок за этот, что мы повесили. За маленький? Да. Ну, это часто бывает. А ну. Он такой вот судачело. Лиманский. Сместимся, будет 4, даже 3. А вот здесь вот уже, вот буквально пару метров от лодки, тут уже метров 8. Вот мы стоим на бровке такой сейчас. Хорошо, если мы приместим туда, будем бросать на 5, 5 на 8. Ну а если смысл, когда тут
сейчас вроде никакой. Не, не, сейчас нет, это просто. Ну, теоретически можно, да, конечно, он уплавит. Хорошее слово? Непонятно. Может, более-менее нормально. Первое, чтобы... Первое сопротивление собирал, наш всегда будет. А, сошел. Словеди. Не, не сошел. Сошел вроде. Они сошли. Есть, словеди, тащит. Пошел в твою сторону после. Не, просто там такой был ЛПЛ. Там их два было? Там два было их? Наверное. Один спрыгнул? Я зацепил за ракушку, я думал, он еще шел. Понял? Вот так же был колес. Что такое, что небольшое? Нормально. Стандартный, стандартный судячок, да? Красавец. Ну, да, достану. Ларва рулит, да? Такая вот рыба клюет нас. На лимане. Больше не получается. Больше не получается, но... Не судите строго. И этому рады. Но как бы еще совсем недавно такое не было. А раньше в детстве здесь, конечно, рыба такая хочет. Ну, нам бы с этими снастями лет 20 назад. Да. Да. У вас такой какой-то покрытие, блядь. Труп закурить еще, блядь. В очках, в кепке, блядь. Повязанный нахуй. А подсаканы, да? Ну, что веди тянет, а подсак тебе, да? Давай, да. Ой, хороший. Хороший собак. Та-дам! Так меня стесняют. Да, пошел ты. Так, она стоит, что это, как-то у нас тут зацепился. Нормально, завтра. Хотя не очень. Еще круто. Тихо. Я тебя отцеплю. Ты попадешь? На камеру у меня. Вот камера, Слава. Сейчас-то я возьму шкуру. Вот такого Словентия зацепил. Красавчика. А-а-а. Класс. Олег говорит, один спиннинг 500 баксов, Кира 300 баксов, а Слава говорит, что это за спиннинг? За 50 долларов. За 50 долларов, что как называется? ZMX Spider. ZMX Spider, вот и пожалуйста. Если руки из жопы, хоть за миллион спиннинг не поможет. Хорошего судака. Хорошего, не хорошего, но подача была такая. Подача была взрослому, блядь. Подача была серьезная, сейчас мы будем помогать. На ларвочку, да? На ларвочку. Ларвочка работает. Петрошу привет. Юрий Петрошу привет. Спасибо за хороший силикон. Я никогда в жизни не ловил на ларву. Я просто не понимал. Сейчас я вижу список. Нормальная рыба. Стандарт. Нет, чуть больше. Да? Не, побольше, да? Да. Как у меня просто. Сейчас 200 миллионов. Их перчатка их засветила. За губу туда нижнюю, как этого стандартный, американского. Стандартный размер. Вот такой вот судачок. Стандартный размер для этих. А смотри на его губу. Ага. Как вы думаете, сколько? Ну, это то же самое. Грамм 800. Далеко висит? Там он под левой рукой. Открываем. Нет, проверим. Надо сначала его включить. Подожди, сейчас зафиксируйся. Все. А вот, вот под пальцем надо было. Да, вот сюда. Ой. Сколько? 830. Блять, на камеру. Садовая выборка, что ли? 830 грамм. Вот такой красавчик. Так вроде бы как и поболее, да? В руке ощущается, да, как, за, да, ну, как килограмм. Слава, сделаешь доброе дело? Где тащит? Может, ты их не цепляй? А? Это хорошо. А Словентий раздает, вот сюда, чуть ниже палочку. Вот он и ZMX. Вот и ZMX работает, да.
Ой, да там большой вылетает. Бля, вырезался, врезался, вырезался, вырезался. Бля, он вырос, явно вырос. По сравнению с прошлым годом. Какой красавец! Словенди, молодец. Просто молодец. Ты сейчас уделал, просто всех спортсменов уделал. Дарвочка, да? Я тут кидаю, скейт-эдж бросаю. Бюджетный силикон, доступный всем. Пытаюсь что-то поймать. Тебе что, Петр заплатил за рекламу? Пачка что-то. Пытаюсь что-то поймать. Короче, вот Олежка поймал очередного. Лыкастого. О, вот. Красавец. Варвочка в деле. Юрий Петрович. Отдельный привет. Дядя Юрий кается, да, наверное? Наверное. Не, ну мы как бы, ну, по добру, с добра, как бы. Спасибо большое за такой телефон. Бесплатная реклама, да? Да. Если бы не работало, не рекламировали бы. Что там, ну, может, пару рукам? Давай пару, наверное, Слава. На. Свободно? Да. Вообще это такие резкие, да, подрывы? Один оборот катушки и спинулся. Вот так вот. Ну, как? О, я понял. Не плавные они у меня, ну не прям резкие, такие, чтобы аж подлетал. Да, А ты сегодня мастер-класс даешь? Платный. Займать, да? А, платный? Конечно, еще мне деньги должны дать. А, мы еще тебя считаем. Он нормально давит, ёпта. На прицел кто-то нападает. Да. Ну ты кайфуешь, да? Даже неплохо. Это рекорд? Нет, это хороший. Ну хороший тоже. Блин, они такие активные. Бля, здесь эти судаки еще подрастут, чем... Блядь, оборвался. Вот ты наш. Смотрите, ну это лучше пускай так оборвался, понятно, чем бы он сейчас у тебя на рыбе оборвался. Да, там обрастут только 15. Ой, Слава, узел. Вот такой вот. Словенти замочил. Смотри, как он взял. А так у тебя там на голове крючочек висит. Ну да. А ну давай щипцы. Так, щипцы в бедре. Ну да. Я возьму. Недалеко от тебя. Такого Словенти, красавца. Это такой здесь стандартный размер. Килограмм. Ну, Словенти взял, ты бери руками. В отвес под 90 градусов вот так вот. Под лодкой, можно сказать. Ну не можно сказать. А, ты просто прям... такой мастер-класс сделал. Жалко, это не засел. Это можно выпустить, да? А? Можно выпустить. Он сам выпустил. Судьба у него такая. Ты его выпустил, Рандуков? Ну я не старался. Давай сейчас перезвоним. Чем выше солнце, тем активнее клёв. Хороший, да? Ну ладно, как обычно. Словенти делает дела, бля. Ты, братан, ты, блядь, поярче, чем все спортсмены, бля. Может, тебе, может тебе надо в рыболовный спорт пойти, а? Мой день. Да, тебе, наверное, надо тебя, наверное, привлекать в рыболовный спорт, бля. Сегодня 9 часов. Это мой день, да? Сюда по раз. Ладно, холостой. Смотри, мы стояли как бы на одном якоре. Ветер чуть другой был. Не трусите. Так это что он трусит? Слава, ты так трусишь? Я думал, это он трусит. Да, да, да. То есть глубина сейчас, о, уже 7 метров. А когда чуть другой ветер был, мы на 3 метрах стояли.
Стой. Ух, ебать его в рот, это подачу. Отвес, да? Так не на дне даже грузик был, я пытался его опустить. Подожди, сейчас подсапаем. Я пытался опустить, блядь, этот грузик на дно. Силикон снимай. Попробуй сними, ебать, полосы, кричу. Сука. Тихо. Там два точки. Блядь, стой. Слышишь? Грузик еще даже на дно не опустил, он ебанул. Такая подачка хорошая была. Все, снял? Кстати, крышки. Давай. В отвес, да? Вот. Так я ж тебе, я подтащил к лодке. Думал, заснял, да? Прикол. Да. Подтащил к лодке. Все, у нас онлайн-трансляция идет. Раздача судака, бля. Мне пробузка в лимане. Подтащил к лодке, понял. Думаю, ну сейчас попробую еще пару ударов потом. Видишь, а может как в прошлый раз сюда покидать? О, молодец. Оторвал? А ну покажи нашим зрителям. О, вот такой, судачил. Вот такой красавец. Ну ларвочку, да? Все, ларва, Юрий Петрович. Респект за такой. За такой силикон. За такой продукт. Дядя Юра, пришлите нам силикон. Дюжину. У меня судачочек. Пьяный, он небольшой. Не, вообще маленький. Нет, не знаю. Он сейчас так заживал, как опыт. Аккуратно сзади мой спинник. Олежек тащит очередного, смотри, там крючки. Все классно, только я сейчас перезапал. Я к тебе подведу. Олежек тащит очередного. Килограммового судака. Не, ну он давит неплохо, да? Так. Хорошо давит. Нормально. Он еле зацепился. Подожди. Нормально. Да давай же. А снимай его на этот. А ты. Есть. Короче, надо вот это обкидывать место. Да, он, видишь, начал опять после обеда клевать здесь. Не после обеда, а к обеду. Вот он красавец, да? Сейчас вытащи. Ну, у тебя то же самое, да? 14 грамм? Все то же самое, ничего не менялся. 14 грамм, ларва, да? Сторону, вот такой. 10 метров. Красавец. Вот судачи. Такой красавец. А в нож тогда упнуло, да? Сейчас мужики там, блядь. Твою субмарину, блядь. Ух, ебать, поклевочка. Вот это да. Аж дыр-дыр-дыр-дыр. В той же точке. В той же точке. Все, Саша, у тебя. Работаем. О. Забрюка, что ли? Все с одного места, да? Вообще. На трубы где-то. Бараш уже поймали. На трубы? И как такой, да, маленький подбросит? Как всегда, я ж, у меня одна и та же проводка. Пока прилег. Я полметра ловлю и ничего. Бросаем, бросаем в одно место. Бросаем просто в одно место. Просто в одно место бросаем. А, сошел. Ну ничего страшного. С одного места, да? С одного места, с одной точки. Так бросаем. Самое интересное, что с Славиком вообще в одну точку бросаем. Ему, видать, прям под носом.
2,70? 2,40? 2,60. 2,60. У тебя грузит, потому что я целый день ловлю 400, а у тебя здесь сколько стоит? И удочка чуть другая. Настрой другой, у тебя она более... Ну да, экстрафаст, а у тебя слабый. Ох, ебать его в рот. Зацепился? Так подёр. Якорь? За якорь? Да. Клипкий, чуть-чуть. Да? Разловил твой спирт. Ну, я больше чувствую дно своим спином. Да? Да. С первого заброса разловил тиру. Прекрасным экземпляром. Прекрасным таким экземпляром разловил тиру. Все, поднимаем? Конечно, не стану. Точно, не стану. Паша, а что быть, ну, тренером профессиональным? Ну как, типа профессиональным? Потому что тебе тогда эти лицензии, да, получают? Учиться, туда-сюда. Конечно. А? Не? Ну, конечно, хорошо, когда у тебя есть лицензия. Не хочешь пойти в лицензию? Там времени нет. А? Времени нет. Ну, потом пойдем в обзор. Надо дома. Уже 12 час, стало жарковато, решили мы закончить свою рыбалку. Утром неплохо отловились, был очень хороший выход судака для этого времени года. Брал он практически с каждого заброса. Мы на одном месте простояли, наверное, часа 3 простояли на одном месте. То есть он клевался так везде, с разных глубин. Получается, стояли мы на таких перепадах. 3 на 6, 6 на 9, 8 на 2. То есть судак стоял на всех этих буграх. Ну, в общем-то, было очень круто. Говорится, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, а мы будем дальше продолжать свое рыболовное путешествие. Пацаны, надо помахать ручкой. Поехали! Поехали!